Люди идут без масок, эти тоже с открытыми лицами. И снова люди без СИЗов. А зря, если говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки, стабильно одно. Ежедневный прирост заболевших более 100 человек. А потому Минздрав напоминает, расслабляться рано. Нужно соблюдать масочно-перчаточный режим. Нужно обязательно избегать контактов с большим количеством людей. Без лишней необходимости не стараться вот... не быть в таком, ну, будем говорить, не в толпе, но во встрече с большим количеством людей. А еще обязательное соблюдение социальной дистанции, как на улице, так и в помещениях. Под особым вниманием продовольственные магазины. Именно там поток людей всегда высокий. Заходя в магазин, покупатель должен одеть маску, перчатки, обработать руки антисептиком и пройти в торговый зал. При выходе и совершении покупки и выходе из торгового зала повторно он должен обработать руки антисептиком. Общественный транспорт – место, где социальную дистанцию обеспечить невозможно. Кроме того, перила и поручни ежедневно переживают касание сотен людей. Дезинфекция после каждого рейса, конечно, снижает риски заболевания. Однако единственная ваша защита – маска и перчатки. По указу губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, при посадке в салоны автобусов, троллейбусов и трамваев все жители города Ульяновска должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Вход в автобусы, трамваи, троллейбусы без масок и перчаток запрещен. В кафе и ресторанах можно без маски, но только на летней веранде. Столы и заведения расставлены по всем требованиям Роспотребнадзора. Расстояние между каждым 2 метра, социальная дистанция обеспечена. За одним столом могут находиться не более 4 человек. Маска и перчатки рекомендованы при посещении наших туалетных комнат, если гости заходят в ресторан, для приобретения каких-то блюд на вынос. Да, тогда мы, естественно, настаиваем на том, чтобы они одевали маски и перчатки. Тоже соблюдался перчаточно-масочный режим. А еще не забывайте чаще мыть руки. Чем ответственнее подойдем к выполнению мер безопасности, тем быстрее справимся с пандемией. Максим Бажанов, Юрий Давыдов, репортер 73.